лицо. Не-не, мы не снимаем. Я свой подоконник именинный хочу снять, чтобы все знали, как меня любят друзья. Ради меня. Ой! А его не видно. Ой, что ты там стоишь? Я его открою. Ну, ты самое главное видео не сохраняешь? Да, конечно. Его уже сохранил Ютуб какой-то, блядь, уродский. Ну ладно. Да, у меня видео из перископов в Ютуб сохраняют и выкладывают какие-то уроды. Ну ты же их сохраняешь? Нет. А ты кинул книги? Не сохраняю. В том-то и дело. Они их скачивают во время трансляции. Какие какие суки. Ой, дай маленький кусочек кинуть. О, сейчас будет битва. Там осталось два Вани. Короче, Ваня варит кашу. А Оля каждую минуту пиздит, потому что Ваня неправильно варит кашу. Я не хочу. Ваня, ты что там с кашей не так сделал? Объясни. Все нормально. Ну вот что это такое? Это какая-то магия. Как только ты включаешь этот телефон, все перестают резко вообще шутить и начинают резко не шутить. Что-то нужно делать незаметно. Даже мы не знаем, да. Обычные люди, короче. Это незаметная камера. Ну, конечно. Собаку покажи. Косить какая-то кося батька. Вот такая. Вот такой вот колеся имени Нася батька. Только не откуси мне лицо. Собака. Собачечка. Как зовут Миша? Ой, я похожа на... Тоже я похожа на Мишу. Здрасте. Маша, с днем рождения! Поздравляю! Маша и Миша. Маша и Миша. Может, я буду... Вполне возможно. Вообще легко. Ну, в смысле, нет, она ко мне переедет, а не я к ней. Маленькая собачка. Маша, напейся. Спасибо, ребят. Ну и чё? Все, вот так вот пошутили, да? Ладно. Пошутили, хватит, действительно, ребята, вы не обоссытесь от смеха только. Это кашка еще. Да кашка вон уже, малашка. Ой, кашка слишком жидкая. Она загустилась, мамочка. Всегда подождать. Она только сварилась, она всегда жидкая. Что ты не можешь подождать? Не-не-не-не-не-не. А зачем? Ваня, держи там огонь, убавил настолько. Что не горит? Ты когда-нибудь в жизни вообще кашу делал? Хоть раз. Три раза делал. А четвертая? Классно. Еще там сникерс плавает. Господи, ужас. Это изюминка, это каша. Кашка со сникерсом. Просто убавил это настолько, что на такой маленький огонечек горел, чтобы часа три ее варить просто непрерывно, пока рука не сохнет. В теплом молоке то же самое. Все, шел грустно. Просто бы залил, не знаю, на растворимую кашу и все. Но не парился. Советы как варимые. Молока много налил. Нахера ты это сделал, Валь? Ты тебе на тарелке фуарил. Пламя. Она загустеет, когда будет остывать. Да что ж с тобой такое-то? Я ее варю каждый божий день. Я вот ж, наверное, у вас знаю. Спортзал, что ты хочешь от него? Вань. Поставь его в холодильник, если ты хочешь, чтобы она остыла побыстрее. И что? И так уже долго. Эту кашу уже очень долго не получается. Просто свою кашу. Усю-сю. Я видела видео Горбачевой. Я в курсе. Спасибо. Я видела видео. Короче, это не очень веселая акция с этим перископом. Мне уже самой не нравится. Да, давай вырубай его уже. И мы сразу начнем угорать. Да?